Одинцовские спортсмены приняли участие в соревнованиях по плаванию. Первенство Московской области среди юношей 2006-2007 годов рождения и девушек 2008-2009 годов рождения прошло в городе Раменское. От Одинцовского округа выступила команда из 11 спортсменов, которая в общекомандном первенстве заняла 11 место среди 45 округов. Варвара Веременникова принесла в копилку 3 медали, а Максим Семенов занял 2 место. Всего в соревнованиях принимали участие 399 спортсменов.